Добрый день. Мы находимся в Таиланде, отель «Амбассадор». Вот на территории отеля. Пришли вот с пляжа на той стороне. Впереди нас. Тут бассейн один, второй. Ну и вот тут вот на территории такой маленький. Как назвать наш? Да, правильно. Правильно. Тут вот такие вот павлины. Так, павлины. Они яйца поставьте на... Петушки ходят. Вот, на, иди, хороший, иди, на. На. Вот, вот, да. Да. Вот, ты у меня кушай, ты у меня самый хитрый. Ходим их тут иногда покормить. Недалеко тут пруд, где плавают вараны. Петушок, а ты всех топчешь? Павлинов не трогаешь? На, ко-ко. Во-во-во-во-во. Рядом бараны. Сидят какие-то индюки. Сзади тут попугаи. Да и попугаи тут. Деловой самый. Территория отеля огромная. Вот все вещи. Куча бассейнов, травы. Везде. Бары. Столовки, кафешки. Рынок свой. Где можно затариться. Все что угодно. Вот что-то не нравится им. Да. Ну и сзади тут у нас рыбки. Да, что это они разорвали? Да что тебя? Ага, на тебя, на тебя. Пойдем, рыба, пойдем. Держи. Я буду кормить рыбок. Вон там. Здесь вот. Надо. Тут вот у нас бассейн с рыбками. Вот пришли их покормить. Девочка какая-то сидит тут. Несколько ярусов. Сейчас будут рыбки приплывать. Вот начинается движуха. Движуха пошла. И кинем туда немножко начнем, чтобы приманить. Во-во-во-во. Карту поперли. Попугаи все-таки ухмыляются. Вот рыбок становится больше и больше. Снимаете? Да, берут вот они из рук. Так вот, обсасывают пальцы. Есть и белые, и темные, красные, и карпкои. Вот такой большой, его на сковородке. Схватил он тут. Смотри, какой большой. Ну, здоровище. Тут мало подплывает, там большая часть у девочек сидит. Все? Нет, ничего нет.
заманила. Заманила. Вчера мы кормили в Бангкоке, ездили, кормили сомиков. Тоже кидаешь, самый друг на друга лезет. И, правда, плохо видно, течение, вода, течение мутное. Вот начинается у них битва за еду. Девочка ушла, и мы поплыли сюда, продуманы. А ну вот этого я бы съел, наверное. Уже переросток. Тут вот рядом бассейн один, сзади второй. Ну мы сейчас уже время 12 часов. Жара неимоверная. Идем сейчас в свой отель. После обеда море почему-то становится очень грязным. Мы сегодня, наверное, пойдем в бассейн у нас, где прямо в самом отеле, где номер с джакузи. Там у нас сколько? 3 или 4 джакузи. Сидим там, чтобы на море не уйти. Все. Смотри, упадешь туда, буду тебя оттуда не вытащу. Все, хватит, дитя, ты потешивайся.